Привет, мои хорошие, Фирс Вячеслав. Хочу рассказать об вот этих часиках. Есть такие часики Casio. Называется SGV-100B. Вот. Они служит мне исправно уже, наверное, года 4. Может быть, даже побольше. Не, наверное, 4 года. Вот. Они мне нравятся. У них есть, конечно, маленькие недостатки. То, что ремешок из дермантина, он облазит. Я этот недостаток уже исправил, поставил сюда из кожи. И вот эта штука, она тоже была из дермантина, ее пришлось тоже переделать и сделать из кожи натуральной. Как это делать, я расскажу в другом видео. Также у них есть компас и датчик температуры. Вот. И еще у них есть 200 метров глубина. Ну, купаться, короче, у них можно. Это основное достоинство, которое я пользуюсь. То есть я не боюсь их намочить. В них классно ходить в походы. Они такие достаточно противоударные. Это серия G-Shock от Casio. И у них есть несколько будильников, 5 будильников, это тоже очень удобно. То есть вот у меня есть такие вот старенькие часики Casio, которые уже больше 20 лет. Отработали они лет 10. То есть это сам механизм, он даже больше. Это уже второй корпус, который на где-то на 5 лет, наверное, хватает его, и он облазит. Но этот корпус уже сломался, износился. Подсветочка такая. У этих часиков тоже есть подсветка. Итак, пришло время заменить батарейку. Я не знаю, какая это батарейка. Сходил в магазин, там продавец поискал, мануал нашли, почитали мануал, ничего нет. Написано просто, когда нужно заменить батарею, обратитесь в сервисный центр. Ну, короче, как-то там этот продавец что-то там нашел где-то. Вот, сказал, что нужна вот такая батарея CR2025. Содрал с меня 100 рублей за нее, хотя я уверен, она, наверное, не стоит 100 рублей. И сейчас мы ее попробуем поменять. По крайней мере, часы, они уже тухнут. Когда подсветку нажимаешь, дисплей тухнет. Это верный признак того, что пришла пора батарейки. То есть эти часики я купил на eBay за 2,5, 4 года назад. И пришли они мне без вот этих вот скобочек. Я написал письмо продавцу в Нью-Йорк. Продавец из Нью-Йорка, какой-то там магазин. Видно было, что они слегка был очень-очень чуть-чуть. Такое ощущение, как будто их кто-то один раз одел, наигрался и бросил. Долго объяснял, что мне нужно от этого продавца, чего мне не хватает. В конце концов, он мне через месяц прислал простым конвертом это самое. Вот красота-то где. Запах. Так, скорее всего, я не буду вытаскивать механизм.
Я просто вытащу батарейку. Сейчас, пока вы смотрите на часики, а я сбегаю на иголочку. Так, в чем смысл? Смысл в том, что надо вот эту вот скобочку отогнуть иголочкой. Вот так вот. И теперь нам надо подтолкнуть батареечку. Сейчас мы эту батарейку новенькую вытащим, чтобы быстро поменять, потому что мне неохота заново настраивать. У них, конечно, должно быть энергонезависимая немножко память, но на всякий случай. Вот это у нас Panasonic батарейка. Правильно продавец нашел, 2025. А на старых часах была 2016. Так, смотрим. У нас у пищалки есть пружинка. Вот она. Вот пищалка. Нам надо, чтобы вот эта штука совпала с этой пружинкой. Правильно, я думаю? Правильно. А минусовой контакт это будет вот здесь. Тяжелая, блин, ничего себе, толстая какая металл. Нифига себе, 2 миллиметра металл толщиной. Так, грязь. Уберем грязь, которая нападала. Резинку вот эту вытаскивать оттуда не надо. Если вы ее вытащите, вы ее обратно не вставите. То я уже знаю штуку. Так, так. Переворачиваем, все делаем правильно. И ставим на место. Правильно? Посмотрим, идут. Сбросилось. Ну ладно. Ничего страшного. Настроим заново. Вот, еще один нюанс. Когда будете затягивать болтики, старайтесь сильно до дури не затягивать. Потому что корпус нежный, он может треснуть. У меня на старых часах появились трещины из-за того, что я перетянул. В общем, смотрите, чтобы не перетянуть. Ну и естественно, как вы знаете, затягивать желательно крест-накрест. Круто, 2 миллиметра толщина железяки. Сразу не знал. Я думал, она тоненькая. Не такая, что